ФСБ обнародовало видео из квартиры террористической банды «Хизбут-Тахрир», которая запрещена на территории России. Для того, чтобы рассекретить экстремистов, чекисты внедрились в их банду. Одно из собраний исламистов, в котором велся недвусмысленный разговор, зафиксировала скрытая камера. Как я говорил, должно происходить, да? Там книги должны присутствовать, что приказ Амира, так-то скажем, не обсуждается. Приказ Амира обсуждается только с Амиром. А среди дарисов не должен обсуждаться, ибо это ведет к смуте. Напомним, эти мужчины преследовали идею свержения власти в России. С 2013 года они занимались вербовкой в свою банду новых участников. В итоге 5 террористов осудили по нескольким статьям. Участники банды проведут в тюрьме от 5,5 до 17 лет.